Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру «Болотная атака», и остановились мы с вами на 16 уровне, после прохождения которого нам что-то достанется. Ну что ж, наверное, сейчас посмотрим, что у нас куплено и не куплено. Если что-то нету, докупим. А по-моему, у нас все хорошо, здесь тоже замечательно. Поэтому, ребятули, сразу, как говорится, переходим к миссии. И потрясающие монстры называется у нас уровень. Так, я так и не понял, ребята, что вот это за ерунда такая, что она делает, вот эта установка. И вот смотрите, самое интересное, есть у нас вот такой вот крокодильчик, над которым был черепок изображен. Что это означает, тоже пока для меня непонятно, ребят. Так, погоди, что-то уж тут вообще чересчур много вас понавылазило, надо немножко расчистить ряды. Так, уточку подбили. У нас с вами, ну, арбалет есть. Давайте, наверное, пошмаляем с него. О, красота какая, неписаная. Ну что, я готов, я жду, где эти олухи? Вот они идут потихонечку. Ну-ка, вот так вот, хобана. Козырно, нам нужны деньги. Чем больше денежек, тем лучше для нас. Что ж ты делаешь-то, а? Никак я не могу понять. А про нее... А, про нее нельзя нигде прочитать. Хотя, подожди, ребят, у нас же, по-моему, пришелец с щитом. Так, мощный щит, защищающий чудовищ от травм. Ну, это понятно. А где-нибудь будет прописано именно вот про эту установку, которая выпадает? Во! Вредоносная машина. Увеличивает вред, который наносят монстры. Берегись. Вот, теперь мне понятно, ребят. Можете мне не подсказывать, я уже сам прочитал. Значит, она усиливает монстров вот этих вот, да, крокодилов. Ну, не имеет значения, в общем, усиливает. Опа-на, а мне пофиг на это усиление, ребята. Я вот так вот, хоп, одним залпом всех сношу. Кстати, волна скоро закончится, и это будет классно. Так, разобрались. А ну-ка, опс. Мультиубийство. Шикарно просто-напросто. Так, у меня, ой, у меня две стрелы всего, ребята. Два болта для арбалета осталось. Поэтому надо поэкономнее как-то быть. И косморужье сейчас закончится, кстати. Хе-хе. Так, ну-ка, уничтожаем. Не получается, а если так? Так, ребят, по-моему, осталось совсем немножечко, да, и... Мы с вами пройдем этот эпизод. Ай, как им не нравится. Ну-ка, давай стрельнем один разочек. Хоп! Шикарно, это последние у нас крокодилы идут, так что быстренько сейчас их разбомбим и все. Отлично, я надеюсь, умножение у нас есть. И вот он, ребята, улей, о котором вы меня долго просили. Наконец-то мы с вами получили, и, конечно же, мы его, ребят, протестим, посмотрим, что он делает. Так, а умножение по-прежнему не дают. Жаль, очень жаль, ребят. Как же я так буду-то, а? Ну что же, улей. Улей у нас вместо рояля будет идти. Но единственное, что нужно нам сделать, это, наверное, его немножечко улучшить. Одно улучшение всего можем сделать. Хорошо. Так, и остальное тратим на боеприпасы, которые я растратил. Давай. Так, хватит у нас. Упс, не хватает, ребятули, к сожалению. К сожалению, не хватает. 6 болтов всего лишь для арбалета. Ну ладно, давайте, ребята, переходить на 17-ю миссию. Как она у нас называется? Дом... А, под напряжением. Под напряжением, ребята. Так, под напряжением, да, значит? А почему такое название интересное, а? Мне вот лично очень интересно знать, почему такое название. Под напряжением. Эй, мотыльки, да хорош! Мотыльки, светлячки, не имеет значения. Так, тут надо дождь вызывать. Надоели они мне уже. Так, усиливающую установку нужно тоже истребить. Да чтоб тебя, ну... Ай, закончились у нас патроны, ребят. Ах, все, я теперь понял. Я теперь понял, что означают вот эти черепки. Это, ребят, как раз и есть усиленные монстры. Так. А ну-ка давай посмотрим, что такое улей. Блин, ребят, по-моему... Ах, вот оно что делает. Смотрите, ребята, я бросил, значит, улей. Так, секунду, подожди. И
осы с этого улья перелетали с, перелетали с одного монстра на другого. Вот оно что. Теперь я буду об этом знать. Значит, есть смысл нам и прокачать, получается, этот самый улей. Так, умножение фиг. Ну, конечно же, ребята, никакого нам умножения денег не дают, я не знаю почему. Но купить боеприпасы по любасику нам нужно будет. Все, я это сделал, доброе дело. Значит, улей. Это у нас второе улучшение. Денег пока не хватает, к сожалению, я не могу ничего сделать. Но мы с вами отправляемся на 18-ю миссию. И парк машин называется она. Ого, рыбки-то, смотрите какие, ребят. В шлемах вся дела. Ну, давай так вот сделаем. По-моему, ребята, это вот делает тот самый профессор, который был по заставке. Мне почему-то именно так кажется. А вот этот вот аппарат, скорее всего, будет сдувать ос. Можно будет проверить это немножко попозже. Мне кажется, он именно для этого здесь и стоит. Чтобы сдувать, как говорится. А ну-ка. Так, пробомбили. Уничтожаем. Ну, давай попробуем, ребят. Бросить. Вот они, осы жарят. Причем довольно прикольно. Они летают от одного врага к другому и, как видите, жалят, и тот враг у нас погибает. Но не так, конечно, быстро, как от аккумулятора или от бомбы-вонючки. Но улей у нас еще и не прокачан. Поэтому, как говорится, делать выводы пока еще рано. Так, пираньи, валите отсюда. Так, подожди, а почему это у бабули уже мало здоровья? С чем это связано? Ее вроде бы никто не трогал. Ух, ха-ха, прикольно. Вообще прикольно. Так, подожди, что-то совсем мне это не нравится, ребят. Последняя, по ходу дела, сейчас будет волна, но мы с ней разберемся. Ну, давай, я жду. Как раз попали под аккумулятор, замечательно. Опять пиранья. Так, и вот эта вот штука. Вот это, скорее всего, надо было, ребят, нам проверить. Я все хотел бросить и посмотреть, действительно ли вот эта ветродуйная установка вражеская сдувает наших ос. Но никак у меня это не получалось проверить, потому что она выпадает, мы ее уничтожаем. Ну а после, как вы знаете, у нас уже появляются монстры. А нам нужно именно вначале бросить в монстра, а потом, чтобы появилась установка. Только тогда мы могли бы заценить. Так, что-то как-то мне не нравится. Ребята, может быть, мне можно перезайти в игру? Ну, что за ерунда? Раньше было умножение, а сейчас его не стало. 14 тысяч у нас денег. Так, болты у нас все, косморужье полностью. Так, боеприпасы для минигана надо, ребят, заранее прикупить. Мало ли, как говорится, что мы были готовы. Так, бомба-вонючка и пару, наверное, аккумуляторов. И давай возьмем вот так вот. Ну, улей стоит 1000, то есть, вы понимаете, да? Если бомба-вонючка 1500, то здесь 1000. То есть, очень хорошая, а рояль всего лишь 600. Так, ладно, давайте докупим с вами аккумуляторов. Все, деньги у нас закончились. Фух, так, 19 уровень, поехали. Будем расколбашивать. Зловещая микросхема. Ого, хорош тут. Столько ерунды всякой понавыставляли мне. Надо установку бомбить. Дед, ты будешь помогать или нет? А ну-ка дай дождик вызовем. Я понял, тут у нас одни летающие будут, да, скорее всего? Но нам-то все равно. Ха-ха. Они будут от нас получать звездюлей. Так, опять установки. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Установки, ребята, не подвержены, я смотрю, уничтожению именно бомба и вонючка. Ну, потому что это не живые существа, поэтому им пофиг на все это. А вот аккумулятор... Эй, засосал, сейчас в меня плюнет. Да-да-да, это я вспомнил. Так, а, это хилящий. Я думаю, почему у нас здоровье не отнимается? А этот хиляет. Вон тот он, робот. Давай его разберем. Вот теперь уже можно и вот эти спокойно разбирать. Раз, два. Ну, готово. Так, ну еще будет много противников. Да что ты будешь делать опять? Вот, проверим, ребят. Точно, так оно и есть. Сдувает вот эта штука наши улья. Как раз в меня, все в меня летит это.
Эй-эй-эй-эй-эй! Спокуха, ребятули! Блин, надо эти установки было уничтожать. Так, хиляемся с вами потихоньку. Где она? Вот она, хилбот-машина, вот эта вот. Надо ее истребить. А уже потом с остальными можно драться. Так, ветродуйка, в принципе, нужна только для того, чтобы отдувать ос. А вот эта вот штука усиливает монстров. Понятно. И в конце, наверное, все-таки будет, наверное, у нас профессор. Вот этот вот, которого показывали в заставке. И мы с ним, скорее всего, будем драться. Но. Минус. Так, светлячки. И вот эту вот установку надо бахнуть. Давай. Ну, да ё-моё. Вот так вот. Так, это, судя по всему, последняя волна, да? Или нет? Нет, еще одна идет. Так, ну давай тогда встретим их с почестями. Вот так это будет выглядеть. Ха-ха. А вы что думали? Вот так-то вот. Я думаю, ты им дам пройти. Нет, не дам пройти. Денег очень, ребята, мало. 9380. Фиговенько. Очень фиговенько. А могло быть почти 20 тысяч. Ну что же, двигаемся далее. Так, что у нас по этим, по бонусам? Можно, в принципе, закупить дождика немножко, да? И здесь, здесь ничего не потратили. Опять у нас 3 энергии. Мы что с вами, вообще ее не тратим? Ой, зачем я знак купил? Ладно, фиг с ним. Так, 20 уровень. Здесь у нас, ребята, пришельцы. То есть это халява. А вон там у нас и босс. То есть получается 1, 2, 3. Может быть, мы все-таки сегодня дойдем с вами до босса. Надо будет просто смотреть видосики для энергии. Чудовище из болот называется миссия. Ну, кто там ползет? Ага. Бобры! Иди отсюда. Так, бомба-вонючка. Это хорошо. Давай применим. Не хочу просто лишний раз с ними связываться. Ну, так, кислотный дождь. Слушай, ну дед довольно хорошо бомбит. Жалко, его нельзя, ребята, еще усилить. Чтобы он вообще был уберским. Практически как я, чтобы бомбил. Без остановки. Так, аккумулятор. Давай-давай, Джо, перезаряжайся. Погнали. Так, улей нам достается. То есть у нас 2 аккумулятора есть и улей. Это уже хорошо. Давай-давай-давай, бомби. 3 аккумулятора. Фу, разжились мы с вами на ресурсы. Так, вот они идут. Вон они идут. Так, а вот это нам здесь не нужно. Ну, я думаю, что можно теперь аккумуляторы просто разбрасывать налево и направо. 2 болта досталось для арбалетика. А чё вы такие крепкие, я не могу понять, почему? Аккумулятор их жгёт, а им, ребята, все равно, смотрите-ка. Еще улей. Нормуль. Значит, выживем. Давай-давай, Джо, стреляем. Помогаем. Космо-ружьё немножко, да, 50 зарядов. Ой, классно. Давай бросим, наверное, вот так вот. Один из ульев. Видите, да, как он делает? Потихоньку-потихоньку бомбит их. Так, расстреливаем, Джо. Нам вот эти вот хилищие машины здесь не нужны. Ох ты, тут босс, ребят, я... Я только сейчас его увидел. Эй-эй-эй-эй, спокуха. Да блин. Ребята, он подходит. Надеюсь, он не... Смотрите, как его отлично просто пчелы жалят. Вот, и все. Прошли довольно легко и быстро. Хм, а мне понравилось. Так, уровень завершен. Мы 11120 монет заработали с вами за этот уровень. Эти уровни мне очень нравятся, потому что на них очень хорошо, ребята, фармить голду. Ну, а мы с вами... Ага, открываются дополнительные уровни сложности. Так, ясно. 21-я миссия. Поехали. 21-я миссия. Энергии, конечно, маловато. Рассвет машин называется. Блин, ладно. Крокодилы, да?
Ладно. А здесь все одни крокодилы. Погнали тогда. Смотри, как классно получается. Хилящие роботы, валите отсюда, а? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да что за дела-то? Блин, немножко, ребята, проворонил. Ну, надеюсь, у нас получится отбиться. Так, отлично. Ушатал я их всех. Добьем. Ну, кто там у нас? Опять крокодилы. Все на одних крокодилах завязано, тогда вот так сделаем. Потому что я боюсь, сейчас полетят еще птички. Птички! Ну, вы поняли, короче, комары. Комары, москиты и так далее. Вон они, видите? Они как раз из этих вот шаттлов вылетают. Нормуль. Я думаю, что здесь то же самое. Давай-ка посмотрим, улей будет бомбить ящики? Слушай, потихоньку-потихоньку бомбит. Вот что я вам скажу. Так, погоди-ка секунду, ребят. Только сейчас увидел, что здесь лечащие роботы стоят. Вот так вот. Эй-эй-эй-эй! Погоди-погоди, куда вы подобрались-то ко мне вплотную-то здесь? Ну-ка. Бабуля, ты там выживешь у меня? Должна выжить. Молодец, баба Клава. Ну. Слушай, вот когда они без защиты, вот эти москиты, они вообще липовые. Просто разбираются с полтычка. Да и в защите, в принципе, тоже они разбираются с полтычка. Ха-ха-ха. Ну давай, давай, давай. Быстрее двигайтесь, ящики. Ты понял? Смотри, ребят, они только об землю стукаются, шаттлы эти. И сразу же взрываются. То есть даже никто не успевает оттуда вылететь. Прикольно. Так, уточка, дай сюда. А по-моему, наверное, вот эти вот, ребята, роботы в следующий раз будут тоже вылазить в защите. И это будет уже сложнее. Надо будет пробить защиту, потом самого робота. А он в этот момент будет себе спокойненько хилять врагов. Невыгодно для нас. Ну что же, у нас сколько там, одна или две энергии осталось? Одна. Копится вон там вторая уже, я вижу. Так, секунду, ребята. 30 тысяч, кстати, мы с вами уже накопили. Надо готовиться к последнему боссу. Потихонечку, да? Надо будет готовиться. Так, я не знаю, вот улучшать миниган. Давай улучшим миниган, потому что я думаю, что на босса я пойду именно с этой пушкой. И, конечно же, нужно купить взрывчатки нам всякой. Так, в данный момент аккумуляторы сгодятся. 10 штучек я возьму. Плюс бомба-вонючка. Должно быть их 6 штук у нас. Как минимум. Раз, два, три. Денежка еще позволяет прикупить нам, знаете что? Дождя кислотного. Сколько это будет? 2 штучки, да? Раз, два. Ну все, как-то вот так вот. Поехали, ребят, 22-й эпизод. 22-я миссия. Поехали. Человекоуправляемый монстр называется. Слушай, ну это, скорее всего, про последнего босса говорят. Тихонько. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как так? Ё-моё, не увидел, ребят. Не увидел, что там эти еноты вонючие, мелкие, а. Так, давай установки уничтожать. Кто там? Ага, понял. Минусанули. Так, надо эту установку уничтожать. Погнали. Нечего вам тут делать. Еноты тут ползут, понимаешь ли, а? Ты посмотри, они как-то успевают прорваться даже. Нонсенс просто. Давай, 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 жалим, жалим их всех тут. Установку надо убить. Куда ты вылез, а? Ха, аглоедушка. Тут и москиты, все дела. Подбили. Так, секунду, переключаемся. Нечего ему здесь делать. У нас косморужье очень быстро, ребят, заканчивается с вами. Очень быстро. Так, ну где я там? Вот так вот. Да ну хорош. Где он сейчас вылезет? Где-то плывет, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я вижу-вижу. Готов. Нахлобучили мы его. Так, опять у нас тут эти, да? На плотиках, ой, на корабликах. На лодочках плывут. Далеко они не уплывут, я думаю, все. И волна пройдена. Замечательно, 10 тысяч
денег получили. И энергия, по ходу дела, закончилась у нас. Но вроде бы как одна еще накопится. Буквально секунд несколько осталось ждать. Да, 17 секунд. И это будет 23-я миссия, да? И нам нужно будет с вами перейти на 24-ю. То есть нам придется, наверное, смотреть все-таки рекламку для того, чтобы получить энергию. И смотрите, следующий, ребята, эпизод 8-й. Вот этот самый профессор заключает какую-то сделку с пришельцами, судя по всему. Ну, я-то ему это не позволю. Так, заходим в магазин и прикупаем. Что нам нужно докупить? Естественно, боеприпасов. Вот так и вот так. Отлично. Как-то нам нужно еще сделать, чтобы улучшить все-таки двухстволку. Она у нас полностью не прапанная. Вы сами видите, еще два раза можно ее улучшить. Но это все потом. Поехали. 23-я миссия. Механизм называется. Интересно, а что это, этот профессор, да, заключает договор с пришельцами? В чем его интересный интерес тут, а? Сколько ему пообещали за все эти дела грязные? Так, пока хорошо у нас получается здесь сопротивляться. Давай бросим улей. Москиты, ну куда вы летите, а? Вот что вам здесь надо? Неплохо, неплохо, я вам скажу, бомбим. Так, прорвался, мелкий ханорик прорвался. Кто здесь у нас в ящиках? Опа, светлячки, елки-палки. Как они быстро-то прилетели, нахрапом просто-напросто. Даже кузен, видимо, не успел среагировать. Ждем, ребят, ждем, не высовываемся пока. Опа, 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 оп, оп. Нормуль. Так, что нам здесь? Давай вот так вот запилякаем, наверное, кислотный дождь. Есть. Уничтожили установку. Давай вот так вот. Бомбу-вонючку, ребята, применяем. Так, тихо. Светлячки, ух. Блин. Ребята, они просто очень сильно бомбят. Их нужно уничтожать тоже в первую очередь. И последняя волна идет. Там у нас всякие гаврюши будут сидеть, я больше чем уверен. Так, давай, дед, наяривай. У тебя, в отличие от меня, я смотрю, боеприпасы никогда не заканчиваются. И ты можешь бомбить здесь хоть до посинения. Так, ну давай, 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 подходи, подходи. Кто тут у нас? Опа, светлячки. Ну, кузен, выручай, блин. Фух, ты посмотри, как они, ребята, бомбят. Чувствую, скоро будет босс. Ну, какой ты чувствительный. Я тоже это чувствую, потому что буквально через один уровень. Точнее, даже не через один, а именно сейчас. Но для этого нам нужно все-таки подготовиться. Ну что, ребята, вместо чего мы с вами возьмем миниган? Вместо косморужья или вместо арбалета? Я не знаю, вот честно скажу. Давай попробуем вместо арбалета. Вот так вот. Далее что у нас идет? Так, боеприпасы полностью закуплены. По оборонке у нас ничего нету, да? Абсолютно ничего. Значит, по взрывчатке надо нам как-то улучшиться. То есть закупимся вот таким образом. Возьмем, наверное, пяток ульев и аккумуляторы. Аккумуляторы. Раз, два, 10. Возьмем тоже 10, пускай будет. Так, и кислотный дождь. Все, деньги закончились, ребят. Ну что же, смотрим, наверное, рекламку, да? И идем вот на эту установку. Так, подзарядись. А я что, не могу, что ли, посмотреть, ребят? Или могу? Ну, пипец, ребята, ну, пипец. Короче, нам придется немножко подождать с вами. Да. 6 минут, чтобы у нас зарядилась одна энергия. Так что, ребята, ждем. Ну что, ребятушки, вот мы и накопили с вами одну энергию. И знаете, что я во время ожидания увидел? Что здесь будет и присасывание вот этих вот аккумуляторов, да? Также сдувание ульев. И вот сижу и думаю, что же нам тогда здесь делать? А я-то набрал с собой бонусов, вы сами видели какие. У меня есть бомба-вонючка, улей, кислотный дождь. То есть можно смело использовать только, наверное, бомба-вонючку и дождь кислотный. Остальное он, скорее всего, будет против меня, как говорится, использовать. Ну ладно, мы пока с вами не попробуем, мы не узнаем. Мы еще даже не видели, что это за босс такой. Поехали! 24-я миссия.
Зло. Ага, понял. Что делаем? Давай вот так вот. Погнали. Эй, тихо, тихо. Да иди ты, еще всякая ерунда тут вылазит. Не вовремя. Кислотный дождь, погнали. А я буду... Да ёпрсты, да... Вот достало, а? Ну-ка, где мой, ребята, миниган? Поехали. Что-то как-то не особо хорошо получается, если честно. Так, давай-ка опять употребим бомбу-вонючку. И будем бомбить. Так, придется, наверное, все использовать, ребята. Весь свой потенциал. Так, тихо, куда прешь? Куда прешь, тебе говорю. И там еще сзади, вон, я вижу ее. Так, расстреливаем, ребят, расстреливаем. Еще бомбу-вонючку бросаем. И понеслась жара. Ты посмотри, как круто миниган шпарит. Просто огонь, ребята. Косморужье кончилось, что ли? Нет, не кончилось. И все, что ли? И вот это вот был босс? Да ну, ребят, что, серьезно, что ли? Изи, просто я могу сказать вам одно. Изи, ребятушки. Ух, ну что же, мы его прошли. Вот он, ребята, собственно, персоной валяется где-то тут в болоте, утонувший. А вот, ребята, и тот самый Ханорик заключает сделку с пришельцами, судя по всему. И у нас открывается эпизод 8. Ну что же, ребята, я нас с этим делом поздравляю. И, конечно же, мы с вами продолжим обязательно играть. Но уже в следующей серии, потому что энергии у нас, к сожалению, нету. А ждать по 6 минут все время ради одной колбочки, ну, это тоже не вариант, ребят. Так что подождем, никуда она от нас не уйдет, эта игра. Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную, прикольную, веселую, интересную игру. Так что всем пока и удачи, ребята.